Всем привет! Сегодня я в лесу. Это даже больше не лес, а парк. Парк посредине города. Парк чистый, парк это остров, это гидропарк. Посмотрим, какие грибы растут в этом парке сейчас, в октябре месяце. Пойдем. Так как парк этот все-таки стрёмный, реально, то сегодня я не сама. Нашли ТСЖ. Опа. Вот он. Вот он, вот он. Мягкий, ну нормально. Трутовик серно-желтый, найден он у нас на иве старой. Там, где ему и положено. Да, срез. Ты не с той стороны ее берешь палочку. Ты ее так не протыкнешь, да? Ликогала. А это у нас чешуйчатка разрушающая. Такая вот она большая, бывает, дорастает, переворачиваем вот низ этой чешуйчатки, от сырости вот она потемнела, вот помоложе, плотная нога, осталось как бы колечко, ну что у нас это, ива поваленная. Этот гриб не является съедобным. По всем параметрам. Он даже пахнет не очень приятно. Даже понюхай. Чем тебе? Не уверен. То, что вы видите, это осиновый грусть. Правда, очень большой. Вот он. Постарел, но это грусть. Они реально бывают вот таких размеров. И молочко уже выступило. Но этот старый, ищем молодые. Вот еще наш. Угу. И вот сегодняшняя находка дня. Это реально находка дня и находка сезона. Это зимний опенок. Она же фламулина бархатисто-ножковая. Вот. Режь. Нет, не буду. Иди посмотри. Там? Сейчас. Да.
Ну да. Ну, правильно же, да? Смотри, какие бархатистые ножки. Видишь? Вот я отсюда я буду подрезать. Держи. Они очень такие раз и попадали. Вот, бархатистые ножки. Немножко черненькие. Резать. Или он такой и будет сюда? Не, она и будет маленькая. Она же большой не растет. Вот. Она же большой и не будет. Она посохнет просто, как вот это. Видишь, она посохнет просто и все. Но эти маленькие, да, они никуда не пойдут. Но... Наша находка – трутовик чешуйчатый, на клёне ясенелистном. Этот у нас будет помоложе, и мы его срезаем. Покажи низ. Пахнет, да? Молодой очень. Ну да, я его протыкну пальцами. Вот, протыкивается, разрезается отлично. Ну, а этот уже старый. Даже смысла нет, да? Не, его он просто кушает зайка, мышка, скорее всего. Не, смысл? Не, он когда жесткий, он резиновый, ты с ним ничего не сделаешь. Он ну, и так жалко, как бы жесткий. Все, пускай размножается, да? Зимы еще кто-то покушает. Мы ну же да. Юнаты. Ну конечно. Вот размер этого трутовика чешуйчатого. Он реально огромный и очень старый. Он даже резиновый, его даже разорвать сложно. На старом ясенелистном клёне растут грибы. Это оранжевые грибочки, это чешуйчатка золотистая. Съедобный гриб, но очень мелкий, чтобы его собирать. Может, она потом когда-нибудь подрастет, видите, какая малышка, и мы за ней вернемся. Но сейчас мы ее оставим. Осиновые грузди. Самое интересное, он чистый. Как видите, у этих груздей выступает молочко. Они очень массивные бывают. Эти уже не молодые. Ну и не сильно старые. Мы их сегодня возьмем. Вот. Груздище. Где? Да не знаю. Ну, он не почернел, он нормальный. Берем? Просто не сильно крутой. Он покажи возле ножки. Да не, нормальный. На. Ты же их потом мыть ты себе не представляешь. Их это, мыть, чистить. Это тебе. А это мне. Ты не хочешь этим заниматься, да? Я просто не тот самый. Не вдупляешь, какой из них там какой. Так они одинаковые все. Ладно. Там, где мы ТСЖ находили. А не топчись, я говорил, потому что вот. Ну, это какие-то очень большие. Вот этот вот уже плохой. Ну, я бы вот это не посмотрел. А вот этот хороший. Ну, вот видишь, он уже вот покрылся такой, как паутиной плесенью. А вот этот вот может быть. Видишь, розовое. Вот здесь вот должно быть розовенькое под грязью. Кстати, эту грязь вымыть практически невозможно. А вот, видишь, этот хороший. Вот у груздей у них пластинки кремовые, в ножку немножко заходят. Вот здесь очень хорошо видно розоватость по краю. Грибы грузди абсолютно любые. Можно солить, можно варить и также можно жарить. Но для этого их все равно нужно немножко вымочить, чтобы ушло молочко.
потому что оно горькое и как бы считается ядовитым. Ой-ой-ой. Ага. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все как надо. Честно. Да, ножку срезай, все равно мы ее же не будем использовать. У этого гриба была кожица. Она уже потрескалась, почернела. Этот гриб, когда был молодой, он был съедобный. Но сейчас его нельзя ни нюхать, ни кушать, ничего. Но запомнить место, потому что лангермании гигантские, они же дождевики гигантские, встречаются каждый год в одном и том же месте во время дождей. Вот и все, прогулка подошла к концу. У нас из улова ТСЖ, довольно-таки молодой, корзина груздей осиновых и еще пакет таких же осиновых груздей. Эти все грибы съедобные и очень интересные. Это Украина, столица, город Киев. Спасибо вам за внимание. Заходите ко мне еще. До новых встреч. Не забывайте, что можете подписаться и нажать маленький колокольчик. До новых встреч. А мы поехали.